День защиты детей продолжился в Щелковском городском парке культуры и отдыха спартакиадой под названием «Сказочное путешествие дошколят». В ней приняли участие 30 команд из муниципальных учреждений образования Щелково. Турнир организовал комитет по образованию администрации городского округа Щелково. В состав команд вошли детсадовцы и их родители. Главная цель подобного рода соревнований – формирование привычки к спорту и здоровому образу жизни, а также укрепление взаимоотношений между детьми и их родителями. Вы такие смелые, ловкие, веселые, умелые, что я тоже стал добрее. И полюбил я всех детей. В гости к детям пришел Бармалей, который попросил ребят помочь собрать монеты на строительство сказочного стадиона. После интенсивной разминки команды разошлись по станциям на территории парка. Там их ждали персонажи из любимых сказок, чтобы провести спортивные состязания в форме игр. За каждое успешное выступление дети с родителями получили монеты. В детские сады, которые участвовали в спартакиаде, привезут подарки, например, мягкие модули и тактильные дорожки.